Для каждого ребенка, страдающего заболеванием ментального характера, крайне важен особый подход. В 2023 году проект «Ипотерапия. Три пути к ментальному здоровью» стал победителем конкурса фонда президентских грантов. С учетом сложности заболевания для детей разработали интересную программу. Одним из ее аспектов стало мероприятие «Удивительные кони». Они включают в себя верховую езду с инструктором. А самым интересным стала фотосессия для детей и родителей в сказочных костюмах. Это семейная терапия, потому что участвует вся семья. И для многих родителей, разумеется, не так много может быть радости в жизни, когда, например, в семье болен ребенок. А в данной ситуации получается так, что это некий маленький праздник, который объединяет всю семью и дарит ей положительные эмоции. Стоит отметить, что данная терапия направлена на качественную помощь как родителям, так и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Взаимодействие с лошадьми, верховая езда и памятные фотографии – это возможность отвлечься от проблемы и получить положительные эмоции. Мне нравится кататься на лошадях, заниматься зарядкой. Поэтому акция «Удивительные кони» и предстоящий поход по экологической тропе «Вместе весело шагать» реализовались с привлечением волонтеров, для которых предварительно был проведен обучающий мастер-класс. Ключевая роль, так скажем, быть аниматором для лошади, чтобы она не отвлекалась на всякие раздражители, чтобы она также стояла, где-то ногу поправила, где-то не зевала. То есть такая роль у меня сегодня. Помощь и поддержка – единственное, что нужно семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А еще такие акции помогают воплотить мечты детей и дать им возможность получить положительные эмоции. Ксения Заварюхина, Александр Овчинников, «Народные новости».